Поддержать команды прибыли свыше 200 болельщиков из младших казачьих классов. След проходит уже 11-й раз по инициативе Анапского районного казачьего общества и управления образования. Юных казачат приветствовали организаторы и почетные гости. На этом слете вы покажете свои знания, свои умения, чему-то еще научитесь. И надеемся, что эти знания и умения помогут вам в жизни быть достойными людьми нашего государства, быть достойными казаками. Желаю вам победы всем-всем. Может быть, не первые места, но победы над собой. Поэтому от имени управления образования вам всего самого хорошего, чтобы этот слет вам еще раз запомнился на многие-многие годы. И вы достойно все выступили на этих соревнованиях. Команды казачат продемонстрировали строевую подготовку, знания истории и традиции кубанского казачества, показали свои навыки и умения в сборке и разборке автомата, владении шашкой, в стрельбе из пневматической винтовки, метанию ножа и в других дисциплинах. Итоги подводились по двум возрастным группам – среди пятых и шестых классов и с седьмого по девятый. В первой группе лидером стала команда из школы номер 18. Второе и третье места поделили команды из шестых классов 21-й общеобразовательной школы. Во второй группе первое место у школы номер 15, второе и третье досталось командам из 12-й школы.